Всем привет, с вами Алексей. 25 апреля 2022. Сегодня поговорим о клубнике. Знаю, что фундучный канал, и тем не менее, как показала практика, люди смотрят, интересуются этой культурой. Эта культура у меня топ-2, топ-3, наверное, все-таки малина. И, конечно, я буду уделять ей внимание. И, возможно, мои небольшие советы пойдут вам на пользу, потому что я не ухаживаю как супер-мега-профессионал, хотя знаю приблизительно, как это делать, но я специально делаю все как для обычного дачника, по крайней мере, на тех участках, которые находятся возле домов, на котором есть доступ, для того, чтобы вы могли это все повторить. Да, понятное дело, что сделать все дорого, качественно и по-профессиональному, как у профессиональных клубничников, конечно, никакой возможности у вас нет. Итак, Альба. Один из моих самых любимых сортов за его высокую урожайность. То есть мы для чего высаживаем растения? Чтобы получить урожайность. Обычная грядка, немножко приподнята, солома. Прекрасно перезимовала, двухлетка. И смотрим, как у нас ситуация. Все, естественно, уже неоднократно обработалось. То есть обработки будут производиться, к сожалению, без этого никак, иначе болезни и вредители будут есть вашу клубнику, а не вы. Будет время ожидания, все это дело, ну, я надеюсь, что все, ну, практически все уйдет из растения, и мы будем кушать, ну, более-менее экологически чистую клубнику, по крайней мере, 100% раннюю, причем очень раннюю, конец мая. Надеюсь, вам уже сниму видосы с зрелой клубникой сорта Альба. Но тем не менее цветоносов я пока не вижу. Прошелся, нет цветоносов, не выбрасывает. А второй мой сорт, который я особо выделяю, тоже для себя, по вкусу мне понравился, по жизнеспособности прекрасно перезимовал. Достаточно маленькие растения. Это сорт Кабрилья. Это все открытые участки. Они ничем не прикрываются, она ничем. Просто идет обычный уход. Поливы шланга, подкормки обязательно. Уже не травмофосочка была подкинута. Уже было несколько обработок. Причем по технологии. Хорус. Там специальная концентрация идет для клубники, винограда и других растений. То есть она увеличенная была однозначно. Топсин М и так далее. То есть пока нет плодов, пока мы просто забиваем болячки. И вот что я вчера обнаружил, а сегодня все подтвердилось. Посмотрите, это цветонос. Его, конечно, надо удалять. Однозначно на нейтралах надо удалять первые цветоносы. Примерно до середины июня хотя бы. Это надо смотреть по региону. У меня где-то так. Но именно этот цветонос я удалять не буду, потому что хочу посмотреть, насколько рано он даст мне ягоду и опередит ли он альбу. Если он опередит ультрараннюю альбу, то тогда у меня к сорту альба будет еще более уважительное отношение. Поэтому в моем регионе этот сорт себя показывает очень даже хорошо. Надеюсь удалить все другие цветоносы с других растений, получить урожай. Потом попозже, после альбы, как альба ультраранняя отплодоносит, потом просто получать постоянный урожай до поздней осени, для того, чтобы просто подойти и скушать свежую ягодку. Вот эти два сорта я точно оставляю однозначно. Остальные у меня в коллекции по одной штучке. И сорт Вивара, который мне понравилось, что он на усах дает плоды, я оставил как ампельную клубнику, которую все рекламируют, ну, не знаю, как все, но рекламируют как вьющуюся клубнику, да, то есть усы кидаются вниз с ведра, и, соответственно, мы их там подрезаем, оставляем 1-2, и надеемся получить в этом же году там ягоды. Все это вам сниму, обязательно покажу. Поэтому, если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Надеюсь, это видео вам понравится и зайдет. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Всем огромный привет из Харькова. И всем пока.